Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать куриные голени, фаршированные грибами и луком. Получается очень вкусное и нежное блюдо. Также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Итак, нам понадобятся ножки куриные, голени, лучок репчатый, грибочки, можно вешенки, можно шампиньоны или любые другие, какие у вас есть. Приправа для курицы и майонез. И, конечно же, растительное масло для жарки. Лучок мелко нарезаем. Грибочки также мелко нарезаем. И лучок отправляем обжариваться. Лучок обжариваем до золотистого цвета. Добавляем к луку грибы. Не забываем подсолить и уже обжариваем до готовности грибов. Каждую куриную ножку выворачиваем вот так вот всю мякоть. Обрубаем косточку, большую часть ее. И у нас получается вот косточки чуть-чуть остается с одной стороны. И получается вот такой куриный мешочек, который мы и будем фаршировать. То есть войдет сюда уже довольно-таки много. Вот уже и начиночка подошла готовая. Можно собирать. Ножки подготовлены. Начинка также. Теперь обмажем ножки майонезом со специями. Начиняем теперь каждую ножку нашей грибно-луковой начиночкой. На противень выкладываю фольгу. Сверху выкладываю ножки наши фаршированные и отправляем в духовочку, разогретую на 180-200 градусов на 30 минуточек. Ножки готовы, можно выкладывать на блюдо. Наши фаршированные ножки готовы. Блюдо получается ароматное, сочное, вкусное. Желаю всем приятного аппетита и всего самого-самого лучшего!